События сезона на телеканале ТБН. Уникальный молитвенный марафон исцеления. С 11 по 13 марта тебя ждет время благодати и близости с Богом, когда вместе с помазанными служителями ты сможешь попросить Господа об исцелении, освобождении от болезней и зависимостей. Потрясающие знамения и чудеса сопровождают проповедь знаменитого Гермеса Фалькао. Миссионер и проповедник Богдан Кинзерский активно служит людям в дарах Святого Духа. Слепые прозревают, глухие слышат, опухоли исчезают. Пастор Руслан Белосевич взрастил и наставил в Духе Святом многих известных сегодня служителей и пасторов. Пастор Сергей Зуев бескомпромиссно проповедует об исцелении, страхе Божьем и чистоте христианской жизни. Невероятно харизматичный пастор Михаил Котов уверен, все имеют право на чудеса, знамения и исцеление, но результат зависит от человека. Антон Бормотов, Петр и Галина Беднюк, Оксана Сентябрева и многие другие будут служить тебе и провозглашать слова жизни. Молитвы, вдохновение. Мы получаем тысячи свидетельств того, как могущественно действует Господь. Исцеление уже в пути. Открой свое сердце, активируй веру и принимай помазание с небес. На ТБН 11, 12 и 13 марта в 17:00 по московскому времени. Будь исцелен и освобожден.